вперед, источает уста жены чужой. Мягче и лее ее речь, от нее последствия горькие, как полынь, нет то горечь. Острая, как обоюд, да острый меч. Мед источает уста жены чужой, мягче и лее ее речь, от нее последствия горькие, как полынь, нет то горечь. Острая, как обоюд, да острый меч. Книга притчей Соломона, 7 глава. Сын мой, заповеди сокрою себя, храни мои слова. Храни мое учение, как зрачок глаза, сохрани все заповеди ты. Напиши их на скрижали сердца, навяжи их на персты. Наставление свет, и светильник есть заповедь. Поучение для назидания, к жизни путь. Чтобы остерегать тебя от женщины негодной, от льстивого языка чужой, не пожелая красоты ее в сердце. Да не увлекут тебя ее ресницы, обнищевают до куска хлеба. И заблудницы, замужняя жена, уловляют дорогую душу. Может ли кто-нибудь удерживать в руке огонь, чтоб не обжигалась ладонь? Может кто ходить по углям горящим и тогда, чтоб не причинить своим ногам вреда? То же бывает и с тем, кто прикасается чужой жены. Прикасающийся к ней не остается без вины. У того нет ума, кто с ней прелюбодействует. Кто делает это, тот свою душу губит. Побои и позору найдет, не изгладится его бесчестие. Потому что ревность — это ярость мужа. Он не пощадит в день возмездия. Никакого выкупа не примет и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Мед источает уста жены чужой, мягче и лее ее речь, от нее последствия горькие, как полынь, нет то горечь. Острая, как обоюд, да острый меч. Однажды я смотрел сквозь решетку в окне дома, заметил неразумного юношу, неопытного молодого, с коварным сердцем, в наряде блудницы. К нему навстречу женщина, необузданная и шумливая она, то на улице, то на площадях строит анаковы у каждого угла. Она его схватила, целовала, с бесстыдным лицом произносила: «Мирная жертва у меня, сегодня обеты совершила я, поэтому и вышла к тебе навстречу, чтобы отыскать тебя». Моя постель убрана коврами, разноцветными египетскими тканями. Спальню наполняют ароматы смирные, алоэ и корицы. Зайди скорей, чтобы со мною любовью насладиться. Будем упиваться нежностями до утра, потому что мужа не дома. Он отправился в дальнюю дорогу, взяв с собою кошелек серебра. Придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она его увлекла. Мягкостью уст им овладела. Он за нее пошел, как идут на убой волы. Он за нею последовал, как олени на выстрелы. Птица в селки бросается, не зная, что они ей на погибель. Твое сердце пусть не уклоняется к ее путям. Никогда не блуждай по ее стезям. Она повергла ранеными многих, убитый ею много сильных. Дом ее в преисподнюю пути, они не сходят в самое жилище смерти. Мед источает уста жены чужой, мягче и лее ее речь, от нее последствия горькие, как полынь, нет то горечь. Острая, как обоюд, да острый меч. Мед источает уста жены чужой, мягче и лее ее речь, от нее последствия горькие, как полынь, нет то горечь.